أصبح الآن عند البعض حتى الدخول على النساء. То есть сейчас даже так стали, что заходят в дом, где есть женщины, говорит, даже. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إياكم. يعني هذا فيه التحذير من النبي صلى الله عليه وسلم، بل مبالغة في التحذير وعيد إياكم والدخول على النساء. И поэтому пророк сам сказал, говорит, сторонитесь, да, как бы это выражение إياكم, то есть это предостережение, очень сильное предостережение. Пророк сам нас предостерегал, да, говорю, что не заходите к женщинам, да, к чужим для вас женщинам. إذا ما يمكن ندخل على النساء. Поэтому нельзя заходить в том доме, где есть чужие женщины. أصبح هذا الباب في تساهل كبير جدا. عند الكثير إلا من رحم الله. И в наше время, говорит, это очень, говорит, люди к этому халатно относятся, за исключением тех, кого над кем смилостивился Аллах. تساهل في الكلام. То есть очень легко относятся к разговору с чужими женщинами. والله سبحانه وتعالى أمر المؤمنين بماذا؟ Аллах سبحانه وتعالى что приказал верующим людям? الأصل أن الرجال يبتعدوا عن النساء. Основа в том, чтобы мужчины отстранялись от женщин. لا اختلاط في الإسلام. Недопустимо смешивание полов. المرأة لا تخضع بالقول يعني لا تتكلم بكلام لين. И женщина не должна как бы заигрывать или говорить мягкими словами с чужим мужчиной. لا تتكلم مع الرجال إلا عند الضرورة. Разговаривать недопустимо с мужчинами только в острой нужде. الرجل يغض البصر. А мужчина должен потуплять свой взор. يحفظ لسانه لا يتكلم مع المرأة إلا في الضرورة. Также он должен оберегать свой язык, не разговаривать с чужими женщинами, кроме как при нужде. نرى كثيرا الآن يتساهل في هذا الباب لأنه رأى المجتمع وسار على ما عليه المجتمع يتكلم مع المرأة بكل أريحية كأنها يعني زوجته. والله. И говорит, в наше время, говорит, в нашем обществе видим, что говорит, очень люди халатно к этому относятся. И другие люди видят, что общество так живет, что мужчина спокойно разговаривает с чужими женщинами и тоже допускает это. Разговаривает с чужой женщиной так, как будто она его жена, говорит. وعندما تسأل تقول لماذا تتكلم مع هذه المرأة؟ لماذا تدخل عليها؟ لماذا تنظر إليها؟ لماذا تلين في الكلام معها وهي تلين معك في الكلام؟ И когда ее спрашиваешь, почему ты заходишь в этот дом, где эта женщина без разрешения, да, разговариваешь с ней мягкими словами, то есть заигрываешь как бы с ней. يقول هذا زوجة أخي. Он говорит, это жена моего брата. زوجة عمي. Или жена моего дяди. زوجة خالي. Жена моего дяди со стороны матери. هذه بنت خالتي. Или же это дочка моей тети. بنت عمتي. Или жена моей тети со стороны отца. النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن هذا. И пророк был спрошен об этом. عن أقرباء الزوج. О близких родственниках жены. قال يا رسول الله فرأيت الحم يعني أقرباء الزوج. То есть что постоянно что ты скажешь о дяде жены? قال الحم الموت. Хамьяне. الحم الموت يعني هذا أقرباء الزوج يعني أخطر ما يكون. Спросили здесь, когда спросили пророком о родственниках мужа. То есть по отношению к жене, да, он сказал, говорит, они смерть для женщины, родственники мужа. Мужчины имеют в виду, да, родственники. في الغالب متى ننتبه؟ في الغالب متى نتنبه لهذا الأمر بعد أن يحصل الإشكال؟ В большинстве случаев, когда мы начинаем обращать внимание на эти вещи, после того, когда уже происходят какие-то непонятные ситуации.